начнем зайти, Вина. Да, я сейчас начинаю. Тогда я выше блоков пока не лезу, стою в левом. Обороты. И жду, так коп взлетел, да? Так, меня все видят, да, я так понимаю? Да. Но я все равно еще выше облаков сейчас начал это. Сейчас поднимемся хотя бы еще надо и пойдем. Потому что дистанция маленькая, мы не успеем набрать высоту нормально. Как потянетесь, скажете, я прибавлю пару. Внизу наблюдаю. У меня прямо по курсу идет навстречу. Да, вижу, кон ниже нас, на час у нас лайер, вижу. Высота 3. Нет, не вижу. У тебя вот сейчас, у тебя по праву. Начинаю у него разгон. Мне удобно. Сейчас я постараюсь. Так, у тебя слева еще кон. Слева кон, лайер, аккуратно. Захожу на него. Я думаю, не догонит, я тут разогнал на того. Я на этого сейчас захожу, на твой, потому что слева. А если близко будет, то приди. Да-да, он за тобой не идет, но это немец, это мессер. Так, кот. Да. Вот этого, которого твоего, ты где сейчас от меня? Я сверху, на ним. Все принято, конечно, да. Вот я подныриваю. Так, у меня фока. А что делать? Мне просто... Тебе, у тебя как обстоит это? Ситуация. Ну хорошо, я могу упасть или вылететь. Нет. Упасть не надо. Я над ним иду. Танкист. Так, у меня два контакта на высоте 3000, но они далеко от меня, меня не трогают. Я одну пострелял по фоке, но она молчит в ответ. Видать, прикрышка нас будут оттаскивать. Тоже фока, идут за ней. Так, два, подо мной две цели. Да, вот я сзади тебя, за ними иду. Они... Вниз наших никто не идет сейчас? Нет, моя фока вниз сваливает. Ну, пытается. Я вижу эти два контакта, они куда-то вниз пошли, за ними не пошел, тебя не вижу. Фока вниз идет, я за ней. Там дымный, кто-то дымный, там где... Так, на меня кто заходит? Это кто? Кто это снизу? Не мы. Так, танкист дал оно. Я полканил. У меня сзади на шести кто? Кот, по идее, ты. Это я, наверное, был. Я оно включил. Так, все, да. Ты сейчас на меня, да, заходишь? Нет, я сейчас в левом стою. Так, моя... А, ну да. Моя полка... Так. Ушла под облака. Пробуй подниматься, наверное, лайер. Я тебя не вижу вообще. Вон они внизу на танками все кружат. Да, куча, вижу их. Может, прикроешь там пока внизу, лайер? Иду к танкам, у меня высота 2,5. 4 контакта там, тоже спускаться буду. А вы наверху, да? Да, у нас 3,5. А, 3,5. Вот сейчас атака идет. По кому-то кто-то, по кому-то куда-то. Ребят, что делать, спускаться? Ну смотрите, если там есть. Ты, Лайер, ты где сейчас? Я вот прям над танками. Тут к вам подтягиваюсь к танкам. Я чуть севернее танков. Иду с севера. И у меня где-то там. А, вижу тебя. Ну-ка дай оно на секунду. Фока была, может... Да, вижу тебя, я у тебя. Короче, ты у меня по левому крылу прям на. 9. Спускаюсь вниз. Не я вниз. Так, не понял. Ага, вот это вот уже какой-то бяка. Это бяка, бей ее.
Вот сейчас вниз, если кто пошел. Вот это вниз я иду, надо мной контакт. Надо мной это я. А, это ты, да, белый хвост, да. Вижу. Тогда вот вниз, попробую зайти вот на то. Да, давай, я сверху пока. А вы прям на танками? Да, их здесь 4 контакта, 4 юнкерса. Так, на тебя заход, нет, не на тебя. Ну-ка дай оно, кот, если можешь. На тебя заход, уходи вверх. Не атакуй, прям отходи, потому что на тебя заходит. В них резко пикирует кто? Это сейчас я пикирую, здесь у них целая куча товарищей. Принято, я далековато, но это так был. Блять, это Як был. Там был. Ага. Там есть Як и куча юнкерсов. Вот кучу юнкерсов можно. Я вверх вытягиваю, да. Вот за мной разорвался кто-то. Я захожу, я выше тебя по левому крылу. Я захожу вот сейчас на мессера. Хорошо, давай. Ты его атакует Як. Вот надо боками, сейчас кто вверх идет? Я, наверное. Так, пробил мессера. Чисто, вроде тянет. Да лано, иду на солнце. Кто за мной? Я. А, понял. Я захожу на танк. Так, я сбил одного. Смотри аккуратней, там кот сожрут. Надо бы дать высоту набрать. Лёш, это ты выпрыгнул, да? Да. Всё, вижу тебя. Я не контролю тебя, я никого не атакую, просто твою шесть смотрю. В принципе, если можешь опять заходить. Да, разворачивай сейчас, посмотри, кто там есть. Столкнулись два самолета. Да, вижу вас. Мы со стороны солнца. Ухожу в облака. Ту фоку, которую я гнал, она ушла вниз, но я боюсь, она поднимется и придет с севера. Да, надо сейчас отходить, потому что я вижу. Так. Право сзади. Дымный юнкерс. Сзади него, по-моему, Як. Вот я сейчас на юнкерса буду заходить, который дымом идет нам навстречу. Вот проатаковал от этого танк. Вот Алекс. Вот этот Светлов. У тебя 2000. Вот ты переворот делаешь. Да, вот я захожу вниз сейчас. На юнкерса. Принял. А, он расхреначился, все. Не захожу. Выхожу вверх. А, вижу тебя. Ты. По левому крылу сзади. Да, я справа от тебя. Все чистенько. Кот, как у тебя дела и где ты? Я прямо вот с вами рядом. Кот, да, вот сзади нас, сзади меня. Так, наблюдаю. Так, Лайер, давай я к тебе пристраиваюсь. Ждем дальше. Я вниз иду, вот мальцой, который внизу. А внизу есть еще цель? Да, вот кто-то идет внизу, не знаю кто. Там якорь был с этого, повнимательнее. Наблюдаю два контакта, вижу код твой заход. Вот я захожу. Ну, я не знаю, на кого это. Я понял, скажешь, подойди. Стой. Я сюда там чисто, если что. Да, я вижу, я сзади. Скорее всего, там якорь этот белый был. Вот код у него на 6, сейчас он скажет, кто это. Да, это свой. Выпрыгивай вверх. Так, выпрыгиваю, всю скорость и высоту вкладываю конкретно. Принял, я вижу тебя, иду тоже на солнце. Да. Так, я к вам потихоньку говорю. Ты прям у меня четко на 6 нарушил. Да. Так, ну больше никого пока не вижу. Хорошо. Танки, в принципе, мы можем отлететь, выложить те штуку. Ну да. Так, это тот же якорь, над облаками. Да, это... Да, справа от меня это вроде как свой. А кто вот мне в лоб идет там? Это я. А за нами, да, там я. За танкистом, да, кто-то идет, но, по-моему, он наш. За танкистом кто-то идет. Нет. Каким танкистом? За котом. За мной. Ну, это вот, якорь, да. По-моему. Сейчас я развернусь аккуратнее. А кто-то там на низах еще что-то происходит. На уровне облаков. Ну вот ниже у нас вроде як, да? Это кот, это ты, наверное, да? Вон прям под тобой. Да. Там за тобой кто-то снизу на тебя выпрыгивает. Аккуратнее, не тут проверяю. Это вот якорь как раз над котом вроде. Это якорь подо мной, да. Он подо мной прошел, это что? Ну проверь все равно. Что-то там взорвалось, бляха. Так, там кто-то внизу штурмует еще. Да, это надо.
Два контакта вижу вокруг танков вьются. Будем бить? Ну, надо будет бить. Ты видишь? Заходи. Принял. Так, я наблюдаю. Тоже захожу. И я наблюдаю, да. Вот он. Так, вот он. Кто из вас кто? Танкист, дай огни. Танкист, дал огни. Все, вижу тебя. У меня прямо по курсу одна. Да. Контакт, вот, наверное, фок. Давай. Я захожу на нижнюю. Так, этот в облаках скрылся. Так, за тобой кто-то тянется. Но мало там скорости. Иду за тем, кто за тобой тянется. Я захожу на нее. Так, навстречку кто-то мне прошел. Это, судя по всему, фок. И на 6, у тебя кто-то на 6, но у него вроде бы энергии меньше. То есть ты вверх, вот сейчас идешь вверх потихонечку, влево, да? Вправо я иду. Вправо. А там кто-то... Так, я парни, мессер, у нас мессер. Над облаками. Я на него захожу, но я не смог пострелять. Да, я на. Дал оно. Да, вижу тебя, вижу твой заход, перед тобой там якорь. У тебя сзади еще кто-то есть. Это я это. А вот еще повыше. Наверх точно слайд, ты тянешься? Да. Мессер провалился под облака. По-моему, он зарубался. Все, мы линию фронта просрали. Ну, чё ж тут мы пришли, все её добивали. Так, вот кто-то над боками идёт вверх. Вот в правом я стою, снизу кто-то выпрыгивает. Да. Я захожу вот сейчас на того, кто над боками. Выключаю оно. Да. Так, я прям под тобой, Лайер. И вот над облаками ко мне в лоб идет. Наверное, это уже точно не вы. Так, я сейчас тоже, я сбоку на него захожу. Ты сверху в лоб заходишь. Да, я не захожу, просто там проверю. Да, это мессер. Да, это мессер. Давай. Вот я стрельнул, но ну, далеко. Я понял. А я через кривой, сейчас на него буду заходить через верх. Так, кот, а вижу твой заход. Нет, это кот на него пошел. А там еще один контакт. Еще один, это якорь. Вот он за якорем сейчас вытягивает. Да, иду. Вот вижу. А якорь гоняет тоже. Якорь фоку гоняет. Помогу фоке. А ты протыковал место? Да протыковал, но промазал. Принято. Так, я вижу этого мессера, он что-то за фокой пошел. Так, танкист, ты не атакуешь? И вот сейчас мессер, видишь, стреляет, я у него на 6. Нет, не вижу, я из атаки выходил. Так, вниз сейчас кто пошел? Вниз вот втроем они, четвертый я за ними. Так, я захожу на крайнего. Я дал оно. Ты четвертый, да? В этой да, да. Принято. Давайте. Вон там кот сейчас на скорости проскочит. Вижу. Промазал. Так что-то, блин. Лавка сложна. Так, я не могу догнать его, блядь. Так, ребят, вы сейчас у меня уйдете под облака. Я под облаками, но я вот уже почти на 6. Тебя кот вижу. Кот тебя наблюдаю, вроде бы тебя наблюдаю. Вроде никто с тобой не тянется. Пробил мессера. Нашу лавку гоняет. Так, он, сука, попал в нее. Поджег. Так, я у мессера на 6, мы вдвоем с ним остались вроде. Где-то фока рядышком должна быть. Наблюдаю, да. Я сано. Да. Сейчас попробую помочь на проходах, но он тебя, наверное, перекрутит. Кот, останься наверху. Да. Нет, он пробитый, я его уже пробил несколько раз. Давай тогда добивай, не буду. Я рядышком. Если можешь, бей, потому что он меня, видишь, пропускает. Да, я вижу, но он, видишь, он прям не летит тоже. Так, он сейчас в облака уходит, да? Я сейчас поднимаюсь в облака, он чуть ниже. Я на него выключу. Давай. Я оно выключил. Я на него захожу. Атакую. В левом, да, вот он в левом стоит. В правом, вернее. Так, он за кем-то тянется, кто в правом? За мной, пытаюсь все, уходить. Хорошо, ну, давай, да. Сейчас мы его. Он сейчас будет стрелять по мне, блядь. Так как это был резко очень. Я тут на проходах у меня получается. Ты его не пропускаешь. Я не пропускаю, я съебываюсь. Все, давай, там форсаж, все, я его сейчас его догоню. Я в облаках не вижу. Мы под облаками вообще нулями идем. Сейчас наблюдаю и насижу у него на хвосте. Сейчас. Я у него на хвосте аккуратненько.
На форсаже. Сейчас попробую его. Все, он отвалил у тебя танкист, я его вспугнул. У меня так, вижу вас, да-да-да. Да? Да ё-моё, что ж такое-то, блин? Все, мой заход. Вверх. Я разворачиваюсь к вам, да. Скажите, ему плохо, на 6 такого пробить. Он уже весь убитый, поэтому надо... Как правое крыло, если можешь, бей. Левое попал. Знал. А где он? Выхожу на него. Так, я вот иду с 350 курсом, он идет. Он идет курсом 20. А, уже 20. Да, я у него на шифте. Я тебя вижу, у тебя чистый. Но он болтает ручку, попасть очень сложно. Я сверху, блин, я вообще на лапке сюда, в принципе, назвал. Так, я сверху иду, просто. Так, кто-то стреляет, стреляет. А, блядь, это ты, все. А я на него смотрю, думаю, на него, что это ты. Попал. Так, он стреляет. Это я. Это Лайерс бьет. А кто-то сзади туда стреляет. А сзади кто идет туда? Самый третий. Кто-то. Сзади Лайерта я иду. А, то есть, вот кто сейчас отвернул? Нет, меня пропускает. Вот я Сано. Нет, меня пропускает. Да, пускай, пускает, я иду. Хорошо, ухожу вверх. Так, он не тянет, аккуратнее только там, смотри. Так, я замес. Так, мес по низам, да? Да, мес и я. Танкист, так, танкист, если будет пропускать, тоже пропускай, я тоже подстраиваю. Смотрю, твою 6, что ли? Блять, ну сколько ему еще надо попаданий? Пробил, он дымит, захожу на него. Устройство. Ухожу вверх, да-да-да, ухожу. Все, готов. Все, падает. Предлагаю свалить, пока нас не накрыли здесь 72. Давайте. Так, давайте курсом 90. Так, танкист, а ножки дай, ты в левом? Я в облаках, сейчас над облаками буду вылазить. Сано. В левом. Так, код я за тобой. Выпрыгните, я иду курсом 90. Все, курс 90. Код дай я за ним. Да, вижу, я за тобой, кот. Еще отходим, один там убился. Отходим, 90. На хил. Так, я. Вот. Кто над облаками? Над облаками кто? Я, и кот, мы. Ну-ка, дай-ка оно. Нет, это кто-то, блядь, заходит. Да, вижу оно, вижу оно. И ты оно дал, да? Пристраивайся на. Вот я сейчас с оно, да, лечу. Да, да, да. Все собрались. Я замыкающим получается. Только я вижу один контакт вот с оно. Ну, я уже выключил. Я у тебя на шипке. Я к тебе пристраиваюсь. Так, я потихоньку на басарге. Да? Так, сзади у нас контакт из облаков выходит. Это я, наверное. Дала ножки. Дала ножки. Я? Ни хрена не вижу, я нож. Да, все. Я тебя с котом перепутал, получается. Так, на курс 80 пробился. Да, что-то на Басаргинона. А Лайерт вон впереди с ножками, там же полоса. Так, касание. Съезжаю с полосы. Все, съехал с полосы. Полоса свободна. Хожу на полосу. Мы посмотрим. Или полосой полностью руку вырубать? Я вырубаю. Я даже не вырубаю. Я процентов 15 оставляю, чтобы они обдувались рули получше. Чтоб подтягивал чуть-чуть.
Ну а сейчас скорости зависит. Если скорости много, можно прибрать, потом чуть дать. Тут уж как бы. Полок нормально садится, в принципе. Бляха-муха. Блин. Я черканул. А я что-то не вижу. А, вон ты. Вижу, едешь. Пил еще что? Как его? Винтом зацепил? Да. Полосу смотрите, не будет, потому что один побьется. Я понял, да, поэтому я ушел на сторону. Так, я тогда выхожу туда скорость. Давай, давай, давай. Блин, так хорошо шел. Ты не. Вот когда уже прям над полосой, не бойся, ручку на тебя подтягиваешь. Главное, да, скорость поддерживает 200-210 на щитках. Он планирует отлично вообще. Конечно, надо потренироваться. Самое интересное, когда этот, допустим, двигатель стоит в воздухе, то прекрасно жить без двигателя на планировании. С движком. Ну, теоретически, если тебе проще на планирование садиться, подлетел, вырубил движок, садись, ради бога. Так, кто у нас еще кто-то? А, синяк прилетел, так что давайте, выходим. Слышь, танкист, то есть не задерживайся там. Один в группе. Ну все, танкист отмучился. Нихера себе, здесь трое уже там этих синих. А, они все, они захватили, прикинь, этот Басаргино. Я, получается, сел уже не на своем, не на своем аэродроме. Ты же вроде раньше сел. Нет, ну... захватили, эта карта сдвинулась, и аэродромы поменяли.